Итак, пятираундовый женский титульный бой. Виктория Цховребова в синем углу против Юлии Островерховой из красного угла. У обеих девушек замечательные профессиональные рекорды. У Цховребовой база тэквондо, поэтому ожидаем большого количества ударов ногами. Островерхова более всесторонне развитый спортсмен. Она и удары руками хорошо использует, и удары ногами, и борьбу в партере в том числе. Хороший хайкик от Цховребовой. И заходит в борьбу Островерхова. Да, пропустила она несколько неприятных ударов в стойке. И надо ей, конечно, переходить в партер. Стягивает она свою оппонентку. Партер. Но, по-моему, близка она была к тому, чтобы отдать спину. В итоге поднялась в стойку. Цховребова очень быстро начинает. И в стойке хорошие попадания были сейчас в клинче. Пару раз хорошо колено в корпус она отработала. Островерхова закрыла замок на корпусе. Разворачивает свою оппонентку к сетке. Но у Цховребовой тоже есть рычаг для того, чтобы развернуть ее. Как легко вылетают ноги, конечно, у Цховребовой. Этот левый хайкик уже второй раз долетает до головы оппонентки. Попытка ударить с развороту и забирает спину Островерхова, но пока не удалось ей оформить перевод. Поджимает оппонентку к сетке. Цховребова развернула соперницу свою. Хорошие колени в клинче. Она бьет. Так визуально. Ой, хорошая посадка от Островерховой. Поднимается Цховребова. И не удалось ей подняться. Отдает маунт Цховребова. Держит. Ох, закрывает Островерхова удушающе через руку. Нет, не стала она пытаться довести этот прием. Закрытый гард. Цховребова сверху. Серия ударов от Цховребовой. Пытается отключить Цховребову руку своей оппонентки. Взрывается серия ударов. Полтора минуты до конца первого раунда. Клетки цепляем. Красные клетки цепляем. Прямо от сеточки поворачивается. Да. Еще один. Хорошо, пошел. Аккуратно ногу. Вот. Минута. Активно работает сверху Цховребова, наносит удары и в голову, и в корпус. Секунданты, сядьте, пожалуйста. Проявляет активность. Поднимается на ноги Цховребова, жестко пробивает по ногам своей соперницы. Мы видели, что вот эти вот удары по ногам, они очень эффективны. В предыдущем бою мы это видели, там, конечно, были тяжеловесы, но тем не менее.
Активнее! Рефери Максим Протасов требует более активного развития событий. 10 секунд до конца первого раунда. Ну, хороший получается первый раунд для Виктории Цхафревой. Она и в стойке несколько хороших попаданий нанесла. Виктория, чтобы продолжать в том же духе. А для Юлии Островерховой, конечно, очень важным, как мне кажется, будет перевести бой на настил и оставаться в позиции доминирующей. Потому что в стойке себя Цхавреева очень комфортно чувствует. Здорово работает ногами. Смотрите, на джеб соперница отвечает своим мидл-киком, в общем, с той же скоростью. Хорошо чувствует дистанцию Цхавревова. Поймала ногу Островерхова, поджал соперницу к сетке. Но пока... Цхавревова хорошо разворачивает свою оппонентку. Сама коленом по корпусу работает. На разрыве. На разрыве ударь. Вот оно. К ней, к ней, к ней, к ней. Сразу. Не застаивайся. Сейчас хорошо с правой руки достала. Островерх, но теряет она стойку вот в этих своих атаках на руках. Неустойчивое положение оказывается. Вот хорошо отвечает Цхавревова ударами ногами. И с правой руки сама попала. Будет ли попытка броска сейчас? Цхавревова сама пыталась выполнить бросок. Очень хорошо разворачивает свою оппонентку обратно к сетке. Не дает себя как-то законтролировать. Сейчас идет обмен ударами колен. И несколько прям хороших ударов от Цхавревой. Она очень комфортно себя чувствует в этом клинче. А вот Островерховой, конечно, нужны переводы. И в итоге опять на спине оказывается она. Еще сейчас, может быть, и спину отдаст. Ой-ой-ой-ой, Цхавревова забирает спину. И, возможно, сейчас будет искать еще и удушающий. Нет, там предплечье на шее. Но... Тем не менее, ситуация опасная, позиция хорошая. Слышим подсказки из угла Островерхова о том, что ей нужно развернуться, оказаться сверху. Полторы минуты до конца второго раунда. Шею внимательно, подбородок пониже. Через удар. Через удар попробуй. С ножками работай. Делай подклад.
общем, отдав первый раунд в борьбе, Островерхова сейчас тем же самым... Ой, нет, хорошо, здорово она перевернулась, оказывается в позиции сверху. Минута у нее есть, чтобы какой-то или большой урон нанести, или сабмишн найти. Вот как раз ее ключ, тот самый. Серия ударов. Цхавребова выживает. Ну, несколько раз жестко попала Островерхова. Жестко, жестко, жестко работает Островерхова. Надо ей сейчас, конечно, растянуть свою оппонентку. И угол тоже самое подсказывает. По-моему, ищет она сейчас... По-моему, ищет она сейчас удушающий. Там, к сожалению, плохо видно. Нет у нее заправленной левой ноги, как бы. Она опять не потеряла позицию. 10 секунд до конца. Просто стучи. Юль, вытащи правую руку и постучи. Вот концовка второго раунда. Так, начинается третий раунд. Второй раунд уже был более близкий, чем первый. Островерхова пошла в борьбу вновь. Цхавребова ее развернула. Отдает удобный для соперницы захват опять Островерхова. Пытается она перевести вновь свою оппонентку. Не получилось. Цхавребова удержалась. Юль, постучать надо, просто стучи. Очень хорошо Цхавребова работает в клинче, забирает нужный себе захват, работает коленями. Все, уйди, уйди. Не дает она. Все, хороший локотный разрыв вот сейчас от Островерховой. Все хорошо. Ручки повыше, главное. Ручки повыше, все. На дистанции не застаивайся. Или к ней, или двигайся. Ой, хороший какой джеб от Островерхова. У Цхавребовой прям голова отлетела назад. О, еще хорошая серия на руках. И фронт замечательный от Островерховой. Вот успех и в ударной технике. Посмотрим. И будет ли перевод. Захват есть. Поджимает к сетке. Опять дает она возможность оппонентке взять удобный для нее захват. Да, Островерховой не хватает пока переводов и грамотного контроля из клинча. 3 минуты осталось. Плечиком, плечиком, Юля, работай. Да. Вот здесь правой рукой надо работать. Правой рукой. Да, 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 да. Вновь да, отдает захват. Уходи боком от стены. Островерхова. Ей нужно заправлять, конечно, ручки внутрь. Сейчас она сама близка к тому, чтобы отдать спину. Но нет, получилось у нее бросочек сделать. Переднюю подножку. И контроль был у нее, но отдает позицию сама. Развернуться! Развернуться! Все!
хорошо сориентировалась с Ховребова. Поднялась из партера. Хорошо, правой стучи, стучи, стучи. Левое колено в корпус. Левое колено в корпус, зайдем. Смотри внимательно. 2 минуты осталось. Уходить от стены надо. Юля, уходи тут. Слышу подсказки из угла островерха, что надо уходить от клетки сейчас. Пропускает она, конечно, очень много ударов коленями. Левая рука заходит. Заставился, не заставился. Нет, право-лево. С правой руки начать надо. Правую руку подними, подними руку, подними руку. Подними. Очередной раз быстро вылетает нога у Ховребовой. Только Островерхова застаивается на месте. Ух, хороший левый боковой от Островерхова. Начал я говорить, что только застаивается на месте Островерхова, сразу Ховребова выстреливает ударами ногами. Да, легка на ногах Ховребова. Но ждет она очень много. Пытается работать вторым номером. 30 секунд до конца раунда. Еще один близкий раунд. Ох, хорошее попадание с левой руки от Островерховой. Несколько ударов ногами в ответ. 10 секунд до конца раунда. Хороший заход в корпус от Островерховой. И ваша поддержка. Поединок получается пока что. Ух, хорошо с правой руки попадает Островерхова. Заходит в клинч. Но Ховребова вновь не дает себя долго держать у клетки. Разворачивает, уходит. Болючие удары коленями наносит. Островерхова пока достаточно беспомощно в клинче. Ух, еще одно жесткое колено. Так, глубокий выдох от Островерховой. Хорошо, в сторону уходит от атак своей соперницы Ховребова. Здорово комбинирует удары ногами Ховребова. Островерхова вновь заходит в клинч. И вновь оказывается она развернута сама к сетке. Правую ручку под мышечку засунула.
точку подушечки за свой. Идет работа в клинче. Опять удар коленями от Ковребовой. Попытка броска от Островерховой, но отдает она. Да, нужны очень сильно, конечно, переводы Юлии Островерховой. Не хватает ей тейкдаунов. Ну, Островерхова продолжает двигаться вперед. Вот сейчас вот хорошо с правой руки Цхавреба попала. И Островерхова тоже отвечает ей. Жесткий лоу-кик. Опять. И вот он, перевод. Очень нужный, очень важный. То, чего не хватало Островерховой. Начнет вставать, спину забери. Да. Ноги закрой, закрой ноги. Ножки закрой, да. Вот, вышла, ударила, вышла, ударила. Правый, да. Вот это оно, нужно. Да. Да. Ой, какие хорошие локти от Островерховой сейчас в партере прилетают. Прям в лицо Виктории Цхавребовой. Ножки пошире, слеповать будет. Юль, активность, не дай поднять. Отжалась, ударила, отжалась, ударила. Юль, позицию надо доработать эту. Да, да. Локоть, локоть. Вот сейчас локоть. Выходит Островерхова практически в позицию маунта. И не сдать ей позицию. Цхавребова вновь выскальзывает. Пытается встать Островерхова, проходит две ноги. Цхавребова хорошо отбрасывает ноги. И, по-моему, даже какой-то замок там закрывает, похоже на гильотину. Голову вытащи оттуда. Прижми к сетке. Все, уйди. Уйди от сетки. 30 секунд остается до конца четвертого раунда. Юля, уйди от сетки здесь надо или развернуть. Юля, развернуть надо. Спокойно, спокойно, стоим 20 секунд. Вот здесь, давай, Цхавребова вновь хорошо работает коленями. Юль, концовка, бросок! Концовка! Ну, очередной близкий раунд в этом поединке. И есть еще бросок от Островерховой. Слушайте, ну два броска, в принципе, в этом раунде. Вполне возможно, что... Пятый раунд! В этом пятом раунде. Попытка зайти на руках Островерховой. Она лучше, чем соперница пока что в этом бою боксирует. И вот только я это сказал сразу же. Цхавребова хороший правый прямой с руки и левый хай-кик закинула. Островерховой. Ой-ой-ой, провалилась как Островерхова.
тяжело дышит она. Ковреву бы легче на ногах. Видно, что сил, наверное, у нее побольше осталось. Староверхова опять застаивается. Становится легкой мишенью для Цхавревой. Снова правый навстречу. Хорошо попадает Цхаврева. Староверховой нужно заходить. Жестко справа в боковую. Ей нужно сокращать дистанцию. Заходить в борьбу. Делать переводы. Вновь навстречу. Хорошо попало. Там какие-то проблемы со зрением были у Островерховой. Не надо так бежать. 3,5 минуты осталось. Да, 3,5 минуты. Вновь вот с правой руки раз за разом навстречу. Цхавребова жестко попадает. И попытка перевода неудачна. Очень нужен, конечно, Островерховый перевод. И вот клинч, который хорошо у Цхавребовой получается. Сейчас наверняка будут удар коленями по корпусу. Отдает спину. Юля, она там и пробудет. Развернуться надо. Вот. Локоть справа. Локоть. Колени. Да, назад. Развернуться. Еще колено. Серия колена Цхавребовой. На разрыве мимо. 2:40 до конца поединка. Пятый раунд уже мы наблюдаем. Снова с правой навстречу. Очень хлесткий мидл-кик. Еще и фронт туда. И нужен перевод опять. Островерховой не идет она в тейкдаун. Ух, какие хорошие локти опять от Островерховой. Но дает она возможность Цхавребовой встать на колени. И так, конечно же, воспользуется этим. Поднимется в партер. Да, эмоциональная получается концовка. Такое мимолетное преимущество. То в одну, то в другую сторону уходит. Влево разворачивай, влево разверни. Да, и к сетке, к сетке. Продерни к ней. Обоюдно работают по корпусу спортсменки. Хороший локоть на выходе от Цхавребовой. Островерхова сокращает дистанцию. Минута до конца. Слышим мы из угла Островерховой, что нужно ей перевести. Но пока не получается это сделать. Цхавребова контролирует ее в клинч. Ух, здорово, подсел на проход ноги, не получается. Хорошая была попытка, но неудачно. 30 секунд до конца пятого раунда. Хорошо на разрыве сейчас Островерхова. 30 секунд, забивать надо. Идет перевод. Сближайся. Здорово, Цхавребова выкидывает левый мидл навстречу. Зрители активизируются. Самая-самая концовочка. И есть перевод от Островерховой. Очень важно он, конечно. Время! Ваши аплодисменты. И посмотрим.
и господа, аплодисменты обеим претенденткам! Итак, по завершении пятираундового титульного боя обратимся к судейским запискам. Первый судья. 48-47. Вау, раздельное решение будет. Второй судья. 48-47. Цхавребова. Третий судья. 48-47. Таким образом, раздельным решением судей одержала победу и стала чемпионкой Open FC в минимальном весе Юлия Островерхова! Новосибирск! И поддержкой аплодисменты Виктории Цхавребовой! Потрясающий, супер драматичный поединок мы наблюдали. Пятираундовый титульный женский бой еще и раздельным решением закончился. Но на самом деле в обе стороны могло уйти судейское решение. И горе другой соперницы. Аплодисменты обеим девушкам! Чемпионка Open FC. Всем здравствуйте. В первую очередь я хочу поблагодарить руководителя лиги Open FC Александра Гурьянова за такое крутое предложение. Оно было уже несколько раз, вот этот титульный бой, как бы на повестке дня. И вот в третий раз получилось так, что все сложилось хорошо, и я смогла поучаствовать. Очень большое спасибо моей сопернице. Очень крутой бой, она молодец. Я искренне благодарю за такой бой. Спасибо публике за вашу поддержку. И, конечно же, большое спасибо моей команде, непосредственно моему тренеру, моей поддержке, всем, кто за меня болел. Огромное спасибо Александру Павловичу Шлеменко и тому, что я могу представлять профессиональную команду «Шторм Шлеменко Fight Team». Всем спасибо. Я рада, что я выиграла. Это был крутой бой. Я получила максимальное удовольствие. Просто кайф выходить и делать классные бои. Спасибо всем. Юлия Островерхова, чемпионка Open FC в весе Соломенки.